Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня пирог с сосисками. Вам понадобятся, конечно же, сосиски, тостовый сыр, а еще фарш. Кстати, с фарша я начну, к нему я добавлю немного лучка и обжарю его на сковородке. Здесь же его можно посолить, поперчить, все хорошо перемешать, и пусть он поджаривается до готовности. Пока займемся сосисками с сыром. Каждую сосиску нужно закрутить в сыр. Вот таким образом. Ну а дальше возьмите тесто, раскатайте его по вашей форме, но так, чтобы еще остались бортики. Они нам понадобятся. Так, примеряю тесто к форме. Бортики есть, все хорошо. По периметру бортиков закладываем сосиски. Ну а теперь сосиски закрываем бортиком. В центр закладываю фарш. Хорошо присыпаю сыром. Бортики можно смазать яйцом и немного добавить кунжута. Пирог будет запекаться при температуре 200 градусов и в печи находиться около 15 минут. Пирог с сырными бортиками, с сосисками, а также с фаршем готов. Приятного аппетита!